Всем привет! Shadowlands уже близко, и время заработать голды на всем том, что у нас накопилось в битве за Азерот. Начнем с чести. Летим сюда. Вот он наш NPC Анека Мелле. А, скупаем все, что вам нужно. Допустим, что-нибудь самое дешевенькое. 525, колечко. Ждем 2 часа и продаем. Далее прощаемся с пылью титанов. Тоже что-нибудь самое дешевое, 175. Нагрудник, опять же, купили, подождали, продали. Теперь бентосные вещи в нажитае. Так. Это. Ну и все то же самое. Теперь почетные знаки. Допустим, что-нибудь за единичку. Ждем 2 часа, продаем. Я это делаю в копье войны, но это также можно делать и в столицах. Вендоры почетных знаков находятся рядом с вендором чести. А может быть, у вас скопились дублоны мои плавателя? Продайте их. Военные медали не забыли? Где эти колечки? С вами был Must Mage, Ледяной Люк Кейдж. Спасибо за просмотр. Не забудьте лайк, подписочку. И увидимся в следующих видео.